Приближается срок получения заключения о завершении строительства проектно-конструкторского технологического бюро «Савалмаш», запланированный на конец марта. Поэтому все силы компании в феврале были направлены прежде всего на завершение работ по внутренним инженерным сетям. Монтировали системы вентиляции, хладооборудования, дымоудаления. Выполнялись работы по отоплению, освещению, электроснабжению на третьем этаже производственного корпуса. Выполнялась теплоизоляция труб горячего водоснабжения. Провели опрессовку системы холодного водоснабжения. Запустили отопление в помещениях, предназначенных для приема пищи сотрудниками производственного участка. Завершили отладку программного обеспечения контроллера индивидуального теплового пункта. Внутренняя отделка здания также шла полным ходом. В административно-бытовом корпусе стеклянные перегородки кабинетов покрыли матовой пленкой. Кабинеты уже начали обживать сотрудники. На втором этаже АБК установили перегородки и двери. Велась внутренняя отделка помещений. На третьем этаже началась подготовка к монтажу перегородок. Монтировались декоративные панели стен и потолка на первом этаже АБК. Выполнена облицовка лифтов, грузовые лифты запущены в работу. Кроме того, монтировались турникеты на проходной АБК, устанавливались воздушные тепловые завесы в тамбурах и шлюзах, монтировалось оборудование в диспетчерской, устанавливались розетки и выключатели, были подключены пожарные шкафы. К оборудованию в цехе подводилось электричество, проводилась регулярная тщательная уборка территории для защиты оборудования от пыли. В ПКТБ переехала студия «Савалмаш», приступили к оборудованию второго склада. Сейчас «Савалмаш» формирует пакеты документов для подачи заявления на завершение строительства. После 10 марта представители контрольно-надзорных органов должны приступить к предварительной проверке объекта. Они сформулируют замечания, которые нам нужно будет устранить до подачи заявления на завершение строительства. Специалисты «Савалмаш» приступили к изготовлению партии деталей для мотор-колес. В технологическом процессе задействованы и токарные ЧПУ. Программы для станков написаны специалистами компании. Произведена партия валов для мотор-колеса. Она прошла проверку в отделе технического контроля и отгружена на склад комплектации. Как только все детали будут изготовлены, специалисты приступят к сборке. Восьмого февраля строительную площадку «Савалмаш» посетила группа ведущих и национальных партнеров, инвесторов и сотрудников Solar Group, порядка 30 человек из России и других стран. Экскурсии по инжиниринговому центру для них провел Александр Сударев и Евгений Дуйнов. Некоторым гостям удалось лично пообщаться с Дмитрием Дуйновым. Посещение ПКТБ поможет партнерам эффективнее делиться информацией о проекте и привлекать инвестиции. 1 из российских сервисов по ремонту автомобилей, снегоходов и другого транспорта электрифицировал мотобуксировщик. Стояла задача создать простую, надежную и недорогую электротехнику для эксплуатации в тяжелых зимних условиях. Выбрали двигатель с совмещенными обмотками «Славянка» DA95S, который по лицензии производит компания ASPP Weihai. Мастера установили его на созданный ими мини-снегоход, которому дали имя «Ёж», и провели ходовые испытания. Запас хода на одном заряде составил 35 км при средней скорости 35-40 км в час. Теперь в планах поставить снегоход на две лыжи, увеличить длину гусеницы, сделать другое исполнение аккумулятора и уменьшить вес техники. Двигатель останется тем же. Создатели планируют использовать такой транспорт для проката и продажи. 7 февраля в прямом эфире вебинара Solar Group мы подвели итоги финального раунда лотереи, которая длилась 4 месяца, с октября по январь. Разыграли один суперприз – электромобиль «Чанган». Он достался инвестору из России, который инвестирует в проект с первого этапа. Во всех раундах лотереи приняли участие около 13,5 тысяч инвесторов. Она помогла увеличить объем инвестиций по сравнению с тем же периодом в предыдущие годы. Мы благодарим вас за участие и активную поддержку проекта. Ваши инвестиции помогли ускорить строительство ПКТБ «Савалмаш». В феврале мы открыли возможность увеличить полностью оплаченный инвестиционный пакет. Это предложение особенно выгодно для вас, если ваш закрытый пакет был оформлен на ранних этапах финансирования проекта, поскольку вы сможете покупать доли намного дешевле, чем они стоят сейчас. Акция действует до 31 марта. Успейте увеличить пакет.